Гости нашего канала. Наша утренняя прогулка завершается. Сейчас буду загонять его, запускать, поить, кормить водичкой и с чем-нибудь вкусняшки из огорода, например, кабачками. Кабачков у меня море. Много в этом году. Дай бог. Хоть в чем-то лучше. Кабачки вот выросли. Давайте, давайте домой, мои красавицы. Так что вот наша утренняя прогулочка завершается. Иди, иди, моя красавица, иди. Вот так как-то. Гуси очень послушные у меня. Они знают то, что я им говорю, домой или из дома, или пошли сюда, пошли туда. Это у меня уже, знаете, уже годами выработан какой-то командный голос. Дрессировка проходит. Знаете, что я им сказала, знает, что я им говорю. Ну все, видите, вот все ждут. Ждут, когда я им калитку открою. Ждут, когда я им калитку открою, мои родные. Сейчас им открою за секунду. Все зайдут домой. Мне кажется, даже секунды для них будет очень много. Полсекундный, да, наверное, скажем так, полсекунды пройдет. Что? Что такое? Тараканы! Да-да-да-да! Заходим! Заходим! Вот видите, я же говорю, полсекунды-то много.